Добрый день, с вами Наталья Фартушная. И сегодня я хочу продемонстрировать вам, как работает средство для кухни Elife для удаления жира, для плиты и других поверхностей. Мы будем отмывать плиту. Я сейчас продемонстрирую поближе. Вот, видите, да, видно, да, что плита все-таки имеет загрязнение. Поверхность ее не идеальна. Сейчас я установлю просто на держатель камеру, чтобы было видно, как мы будем отмывать ее на самом деле. Так. Ну, вот так достаточно хорошо видно. Так. Значит, я развела это средство 1 к 5. Да, вот. По вот это деление налила и добавила воды чистой, для того, чтобы можно было пользоваться уже не концентратом, а таким средством, которое предназначено для мытья. Разбрызгиваем небольшое количество средства, берем губку и аккуратно протираем поверхность. Поверхность стеклянная. Сейчас. В инструкции сказано, что если пятна уже застарелые или довольно основательно прикипевшие к плите, то нужно подождать пару минут для того, чтобы средство сработало. Я не знаю, наверное, больше не надо распылять. Видно, что, конечно, то, что отмыто. Да, нужно все-таки, чтобы оно было вспенено. Так. Я работаю без перчаток, но в инструкции рекомендуется все-таки их использовать. Я вам тоже рекомендую не пренебрегать этими правилами. Но поскольку у нас идет съемка, я себе позволила помыть плиту в таком виде. Ну, средства экологичные, довольно безопасные, поэтому можно рассчитывать на то, что руки мои останутся в целости и сохранности. Ну, сейчас мы нанесем еще на самое. Плита, конечно, мылась, но мылась она обычным средством для посуды, поэтому я не прибегала к таким радикальным методам ее мытья, и у нее, конечно, есть загрязнение. И мы подождем чуть-чуть, пару минут мы не будем, да? Но какое-то время дадим поработать средство. В целом я довольна результатами. Я думаю, что еще пару раз я ее помою, и она приобретет первозданный вид, тот, которым она была приобретена уже 16 лет назад. Видно, конечно, что плита уже имеет совершенно другой вид. Пятна все те, которые были крупные, их уже нет. Понятно. Ну, сейчас мы ее смоем еще. Я продемонстрирую вам, как она выглядит после мытья. Постараемся вытереть насухо. И тогда будет, конечно, виден результат ее. Ну, вы знаете, какой-то совершенно едва уловимый, конечно, запах есть.
Но даже не могу вам сказать, что я его особо наблюдаю. Так, ну все, сейчас будем демонстрировать состояние нашей плиты после мытья. Я сниму со штатива, чтобы можно было видеть это вблизи. Ну, конечно, вот вы видите, да? Поверхность плиты мытая. Довольно-таки симпатично выглядит. Теперь можно готовить завтрак. Предлагаю всем пользоваться средствами уникальной линии Life, поскольку она экономит и ваше время, и ваши деньги, и самое главное, сохранит вам здоровье. С вами была Наталья Хартушная и короткий репортаж о том, как пользоваться экологическим средством Life для кухни. Благодарю за внимание, до новых встреч!